духоловочки. И на территории. Кстати, этого бассейна спасатели. Вот. В отеле есть два магазинчика. Цены абсолютно нормальные. Можно торговаться со всякими сувенирами. Там халва, вкусняшки всякие и с маслами. For my channel in YouTube. На самом деле магазинов много, ну немного их больше, их 4. Я просто 2 не показал, один там с плавательными всякими делами, вещами. Есть 2 ресторана а-ля-карт. Если у вас в тур входит, вы можете заказать здесь ужин, только заранее согласовать дату. На территории отеля есть платные бары и рестораны, Jolly Pub. Вот такой вот он. Сейчас мы пойдем в китайский ресторан, мы выбрали. Это отельная награда, топ отель 2018. На всей территории несколько баров, бары разные. Бесплатными напитками, пиво и алкоголь разный, местный туре этот самый египетский.